Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69. Меня зовут Руслан, и это мир модификаций American Truck Simulator. Наконец-то дошли у меня руки и до нашей легендарной АТС-ки. Соберем мы сегодня с вами неплохую такую, на мой взгляд, зачетненькую сборочку. Но из всего того количества карт, что у нас есть на сегодняшний день, я для вас постарался выбрать самые такие более-менее оптимальные и нормальные карты. Много карт у нас зачетных, но они платные, к сожалению. Но будем надеяться, может быть, кто-то нам что-нибудь и подкинет еще. Ну а пока что будем наслаждаться и катать по тому, что я вам сегодня предложу в данной сборочке. Повторюсь, сборочка оптимизирована, сборочка зачет. Будете катать в удовольствие. Поверьте на слово. Так, мои дорогие, мы с вами уже непосредственно в менеджере модификации, как всегда напомню вам версию игры. Актуальная версия игры на сегодняшний день 1.48.2.6S. У меня же это официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. Итак, поехали к нашей сборочке. Снизу выставляем с вами вот этот файлик Мега Реформа. Дальше у нас идет Реформа 2.5.8. Под нашу актуальную версию 1.48. Далее у нас идет реформа Sierra Nevada. Также под версию 1.48. В принципе, забегу наперед, чтобы нигде не повторяться. Все у нас карты получили адаптацию под нашу актуальную версию 1.48. Выше Sierra Nevada ставим вот этот Mio типа фикса. Далее ставим также фикс для соединения и нормальной работы реформы с реформой Sierra Nevada. Во как, да? Далее ставим проект Arizona. Выше ставим вот этот коннектор для корректной работы карты Arizona с картой реформа. Далее идем. Далее у нас с вами, ну, как бы так, легендарная, но старая-старая карта от побережья к побережью, также получившая адаптацию под 1.48. Ну, в принципе, ребят, карты все, в принципе, старые. Ничего там особо, ничего, абсолютно ничего, если быть честным, ничего на картах не делается. Просто адаптируется из версии в версию, вот и все. Поставили, да? От побережья к побережью. Выше ставим Каноманию. Ну и выше Каномании пошел наш доблестный Промотс Канада. Также в этой версии Промотс Канада, это у нас версия 1.24. Никаких изменений, кроме улучшения погоды, у нас нет. Ну вот так. Будем надеяться, что может быть в следующих версиях что-нибудь там добавят или что-то обновят. Ну а пока что вот так. Выставляем Канада, Промотс Канада, модель, далее map, dev, и в самый верх ставим asset. Далее у нас идет коннектор Промотс Канада с Канада Мании, ну здесь он Канада Dream называется. Так, далее у нас идет следующий коннектор Промотс Канада с Канада Мания, Road коннектор. Далее ставим еще один фикс, да, вот этот реформа On Her Maps. Так,
И далее, что я вам предлагаю? Я себе поставил прозрачную подложку. Но вот как-то мне вот эти все цветные подложки поднадоели. Вот поставил я себе вот такую прозрачную подложку. Естественно, ссылочка будет в описании под видео. Эта подложка у нас находится в мастерской Steam. Так что при желании установите без вопросов. Но это установят те, у которых... Естественно, стимовская версия игры. У кого же пиратка, ищите у нас по сайтам. Я думаю, что должна где-то быть. Так, выше подложки я поставил Crash Fix от Jerry. И также поставил карту. Именно у нас получается карта, да, на весь экран. Вот. Карта на весь экран будет. Ну, такое. Если вам это все нужно, естественно, ссылочка будет в описании под видео. А не нужно, не ставьте. Не вопрос. Вот, мои дорогие, вот такая сборочка на сегодняшний день. Что я вам могу предложить? Из более-менее таких нормальных карт, по которым, я думаю, не без удовольствия покатаем мы с вами. Ну, другого, сори, у меня нет. Пока. Может быть, потом что-то и проявится. А пока вот как-то вот так. Ну и вот так, мои дорогие, все это дело выглядит у нас уже непосредственно в самой карте. Вот эта прозрачная подложка. Подложка убирает все вот эти границы штатов, да? Ну, как бы так, как для меня. Такое как бы ретро. Зачет. Класс. Итак, поехали. Что мы с вами имеем? Вот эта карта Каномания, да? Вот она идет. Это Каномания, Каномания. Плавненько перетекает в карту от побережья к побережью. Дальше поперла вся вот эта карта от побережья к побережью. Ну, как бы так, как бы так. Зачет. Нормальным ходом. Все на местах, все стыковки, все как положено. Ну, соответственно, реформа плюс все эти дополнения. Вот оно все. Поехало, поехало, поехало. Я думаю, что покатаемся мы с вами в удовольствие. Зачет. Зачетненько, зачетненько. Нормальный ход. Катать, я думаю, езди, да? И катать, не перекатать. Класс. Ну и в заключение всему, вот наш, как бы так, промодс, да? Как я уже сказал, кроме улучшения погоды, здесь больше никаких изменений нет. Но, тем не менее, можно в удовольствие покатать, мои дорогие. А посим, мои дорогие, будем с вами прощаться. Как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Как всегда, большая благодарность всем моим спонсорам, всем моим подписчикам. Ребятки, низкий вам поклончик от меня до самой земелечки за вашу помощь, которую вы оказываете каналу. Будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.